Окрошка может быть чисто на зелени, да, это тогда будет самый, что мы не говорим, летний легкий супчик. Но и окрошку можно добавить и белковые компоненты, то есть добавить яйца, добавить мясо. Но в большинстве своем у нас окрошка готовится на колбасе. Вот я бы сказала, что готовить ее колбасе, на колбасе точно не стоит. А вместо колбасы добавить любой вариант любимого вашего мяса и качественно улучшить или сделать эту окрошку более сытной можно. А если говорить о том, что лучше кефир или квас, то я бы, наверное, все-таки предпочла вариант кефира. Почему? Потому что вариант кваса, во-первых, у нас нет качественного кваса для приготовления окрошки. Квас – это всегда добавление сахара, да, то это уже говорит о том, что мы увеличиваем калорийность этого продукта. Ну и сам по себе сахар, он не всегда полезен.